С начала этого года и по апрель месяц на территории Смоленской области было зарегистрировано 206 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 22 человека погибло и 269 получили серьезные ранения. С участием детей в области произошло 24 аварии, 35 детей ранено. Ситуация на дорогах хоть и находится под постоянным контролем дорожно-транспортной инспекции, но в большинстве случаев зависит от самих участников движения. Поэтому, чтобы сократить, а по возможности и исключить полностью детский травматизм, полученный на дорогах, сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды. С наступлением каникул хотелось бы обратить внимание на перевозку детей в детских удерживающих устройствах на переход проезжей части только в установленных местах. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы. Еще в дошкольном и младшем школьном возрасте формировать у них знания об основных правилах дорожного движения. Обращаю внимание, что движение велосипедистов старше 14 лет осуществляется по пешеходной дорожке. Допускается движение пешеходов по правому краю проезжей части или обочине. Переходить улицу только по переходу, в местах, где установлен светофор, необходимо дождаться зеленый свет. Быть особо внимательным, смотреть по сторонам и не отвлекаться на разговоры и телефон. Эти и другие правила помогут сохранить жизнь и здоровье ребенку. А в ходе данной профилактической операции сотрудниками ГИБДД нарушений не выявлено. И жители Десногорска проявили себя как сознательные пешеходы, а водители – как внимательные участники дорожного движения. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.